принимает участие. Дистанция 1600 метров. И поехали. Ну что, здорово принимает и Мурзабек Капушев. Но нет, пока пропускает чуть вперед всех своих соперников, ровно как и Мэн Пресс. Итак, резидент рядом, где у нас Самонит. Самонит поодаль от Бореал Плюса. И под седлом Магомета Капушева Бореал Плюс лидирует. На втором месте резидент. Небольшое отставание у преследователей. Выбрал средним полем провести эту скачку Егор Тарасов на Мэнпрессе, но пока явно не поспевает. Мэнпресс, может быть, сложилась не очень удачно начальная стадия скачки. А перекладывается на первое место резидент и Рустам Панджоков. Вместе с резидентом по бровке вырывается вперед. Не отпускает Ястреб Хан и Алим Батуев. Резидент. Выход на финишную прямую из левого поворота. Резидент лидирует. Вовсю едет уже и в хлысте, в том числе и в посыле Ястреб Хан и Алим Батуев. Удастся ли достать резидента? Берется за хлыст Рустам Панджоков. 500 метров до финиша. Выход напрямую. И резидент лидирует. Оглядывается Рустам Панджоков. Сумеет ли кто-нибудь его захватить или нет? Но соперники делают бросок. И так просто эта победа не достанется резиденту. Но резидент. Резидент лидирует. И с преимуществом где-то 3-4 корпуса. Но вот какой бросок с последнего места сделал на Мэнпрессе Егор Тарасов. И хватит ли ему дистанции, чтобы до финиша зацепить резидента? Но все-таки нет. Устоял резидент, а вот Мэнпресс, который всю дистанцию вынужден был догонять, уступает.